Всем привет! Это Angry Mark. И сегодня мы залезем на очень крутую заброшку, на которую мало кто залазил. По крайней мере, в сравнении с красным треугольником, это не баян. Вот видно то, что какие-то современные надписи, ну, то есть таблички современные, то есть тут еще буквально недавно кипела жизнь, и это были какие-то складские помещения. Прикольно. В общем, есть залаз нормальный, то есть просто по лестнице, но мы полезем, естественно, поинтересней через шахту лифта. Потеряли. Кого мы потеряли? Виталя! Иди сюда, родной! Итак, ну, господа, стоп, еще, короче, тихо, нужна подсветка, потому что без подсветки. Это хлипкий кусок говна просто, это ни о чем. Она вся деревянная, вся прогнившая. Да, давай, двигай жопу. Сейчас я панорамные виды сниму. Не боишься, что будет приятно. Итак, мы уже пробираемся дальше. Зелененькую лестницу видите? Ну не лестницу, как? Подобию. Вот, короче, это мы ставили в прошлый раз. То есть приходилось прыгать вниз. Вон там она стояла, и тащить туда. Это какие-то тентакли. А, мы идем дальше. Вагон номер 9. Покажи, да, покажи. Видишь? Дежурный по пункту управления. А, тут, скорее всего, заходили по эти поезда. Еще ладно, пойдем. Как бы дальше по корпусу идет эта дверь, но она закрыта, то есть она изнутри именно болтами, короче, прикреплена, и то есть ее никак не выбить. А мы идем дальше. Туда можно, но я думаю, то, что мы потом дальше прошмыгнем, и там, короче, все посмотрим.